Два медведя и снега с рыбами в лапах украсят лыжную трассу этапа Кубка мира в Дёмино. Мишки похожи как близнецы. Это творческая задумка автора скульптур художника Александра Кузьмина. Он покрасил медведей гуашью, разведенной водой, так как краска лучше ложится на снег. Учитывалась, конечно, и морозная температура. Краска быстрее застывает при минусе. Каждый медведь больше 3 метров высотой. Для изготовления символики потребовалось кубометры утрамбованного снега. Снежные скульптуры медведей установят на трассе так, чтобы они были видны болельщикам на трибунах. Мне очень нравится Мишка как символ этого этапа Кубка мира. Не знаю, я вложил в нее всю душу. Как он мне может не нравиться? Надеюсь, и публике он даже понравится.